Всем привет, Арсений. В принципе, ролик он про такие развертки зинкеры, то как их называют. Он заказывал их, получается, на Алиэкспрессе. Пришли достаточно быстро, всего в течение там 2 недель. Но, скажем так, по качеству меня они немножко огорчили. Вот. Не знаю, может быть, я что-то не так делаю, но суть заключается в том, вот разные диаметры отверстия, естественно, тут в комплекте 3 штуки идут, там 16-я, 19-я получается, по-моему, и 12-й зенкер. Вот. Ну, в общем, во время сверления получается вот такая вот фигня. То есть неровное отверстие, ну, если сейчас покажет, вот такие вот звездочка, шестигранник. Причем это на всех диаметрах, пробовал разные скорости и т.д. и т.п., но получается все равно вот такая вот неровная. По сравнению, допустим, тем же ставим купленным у нас. Вот. Допустим, получается просто ровное отверстие. Аккуратненькое. Ну и, по крайней мере, не вот такая вот фигня. Так что мне не понравилось. Всем пока.